Если ты только-только зашел на мой канал, то обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Йоу, добро пожаловать на канал Зикрас, с вами я, Игорь Кодор. Сегодня бы я хотел показать вам классный топовый серф для Minecraft Pocket Edition версии 1.05, а также 1.08. То есть это уже на более новую версию Майнкрафта, поэтому даже вы можете скачать новую версию, либо поиграть на 1.05. Ну, чтобы зайти, нажимайте «Играть». Нажимайте «Друзья», нажимайте на эту кнопочку, пишите адрес. Play. .tvpe.ru. Вот такой вот адрес. Имя пишите любое, к примеру, A. Порт не меняйте, порт остается стандартным. Сохранить. У меня уже добавлен, так что я захожу. Так, вот A, заходим. Сейчас покажу все фишки, все возможности данного сервера. А также меня ждут уже тут подписчики, это офигенно. Так, давай заходи. Вот я зашел. Получается, нужно ввести пароль. Давайте введем пароль. И все, вы зарегаетесь. Получается, вы тоже ведете пароль, который вам нравится. И все, вы зарегистрируетесь. И вы можете играть на данном сервере. Ну что ж, я переключился. Смотрите, тут будет спаун. Вы появитесь тут. Тут вы можете прыгать вот так. Будете точнее прыгать. Напишите просто пароль. И все, вы зарегаетесь. Окей, давайте посмотрим, что тут. Спасибо, что вы играете на нашем сервере, посетите наш сайт, вот, получается, вся информация будет в описании, данные услуги, также группа ВКонтакте, а также IP-порт. Команды сервера, проверьте баланс, давайте проверим баланс. Либо сюда нажимать, да, вот, $1090, а тут, вот все команды, АФК, Биг, Buy Cases, купить кейсы, казино и так далее. Офигенно, окей, а тут что у нас? А тут уже... Устроить свадьбу, заказать убийство, ничего себе. Так, тут что? Приятной игры на нашем сервере. Желаем успехов, спасибо. Ну окей, давайте пойдем дальше. Давайте выпьем кофе бесплатное и двинемся дальше. Тут донат сервера. Получается, вся информация вот о донате. Ну, такие хорошие цены, очень прикольные. Владелец 3500 рублей, это вообще круто, окей. Тут есть фонтанчик такой классный, а также тут все команды. Вот, паркур, мэри... Варпшоп, хелп, казино, окей, я не буду этого говорить. Потом офферс, кит, а давайте возьмем кит. Давайте возьмем кит, набор, так, берись. Так, взялся или нет? Список доступен, это кит старт нужно писать, да? Окей, давайте сейчас напишем кит старт. Ух ты ж, ничего себе, какой кит. Magic case, lucky case, давайте lucky case откроем, посмотрим. Железный нагрудник нам выпал, отлично. А давайте откроем Magic Case. Магическая палочка 4-го левела, интересно, что она дает. Вот даже я не знаю. Ну окей, ладно, без проблем, давайте оденем. А, все одето, понятно. Так, хорошо, давайте двинемся дальше. Тут у нас... Открыть помощь по кланам. Получить бесплатный кит, телепортация в рандомную точку, правила сервера. Ну, вот тут вот тоже есть, смотрите, можно кланы открывать, получается, можете играть с друзьями, кланы открывать и просто наслаждаться данным сервером. Играть, выживать и так далее. Тут есть такой магазин, очень прикольный, классный. Вот, получается, весь ассортимент, вот, весь ассортимент, вот. Вы можете покупать для выживания и так далее. Получается, можете просто вот, вот так вот двигать. Тут будет цена, и можете покупать. Окей, давайте пойдем дальше. Что у нас еще есть? Давайте пропишем варп. Можете есть варпы. Так, варп. Мне серф очень нравится, он очень крутой, классный. Так, ферма, город, ПВП, битва, клуб, банк. Окей, прикольно. Так, тут какой-то домик прикольный такой кого-то, ну не знаю точно кого. Так, эй, дайте выйти. Так, что-то не выходит. Оп, вот, нормас. Также смотрите, что тут есть. Фридонат. Интересно, что это? Тут можно фридонат, получается, взять, да? Хм, прикольно. Так, давайте двинемся дальше. Тут есть банк, я вижу. Что за... теперь нормально. Что-то такое... Вот, все нормально, нормально. Окей, что-то непонятно какая-то вещь была. Ну, это ничего страшного. Вот тут что-то еще есть. Давайте посмотрим. Пройди паркур, получи крутой приз. Проходите, ребят, паркур, тут очень крутой приз. Вон, получается, там приз. Можете его взять, когда вы пройдете паркур.
А также вон слева есть такие вот, точнее, задания, которые вам дается 2 плюс 2 плюс 8 минус 2, сколько будет. И вам дается деньги. Так, что тут? Чаровальная. Окей, чаровальная мне уже нравится. Очень прикольно сделано, такое вот прикольное здание отдельное. Так, донаты на сервере, так мы это видели, хорошо. Очень красивый, мне очень нравится. А тут есть ферма, которую вы можете добывать себе животных и потом идти выживать. Тут спаунер, вот спаунер стоит. Да, вон уже бьют. Давайте телепортанемся на банк. Так. Варп. Банк. Что у нас тут? Вот такой банк прикольный, смотрите. Ограбление банка, вот, 5000 долларов, шанс 25%. Ну, я не буду этого делать, меня еще посадят еще, это вообще печально будет. Давайте телепортанемся к битве. Варп. Битва. Вот, смотрите, тут PvP офигенный. Ух ты ж, ничего себе. Вот это класс, класс. Мне нравится, офигенно. Прикольно и классно. Просто вот, смотрите, вот какой PvP. Очень красивый, да? Хорошо, давайте телепортанемся еще куда-нибудь. Что у нас еще есть? Город. Ферма, город. Окей, давайте телепортанемся на город. Тут битва кланов. Ничего себе. Создатель пишет, тут битва кланов. Это офигенно. Так, а почему я на город не могу телепортануться? Вот, смотрите, тут какой-то город. То есть, смотрите, тут будете строить дома и будете делать большой-большой город. И будет очень офигенно. Тут, смотрите, варпанетесь на город и просто строите дома. Постройте тут очень большой город, чтобы было офигенно. И вот так вот. Хорошо, давайте телепортанемся на спаун. Спаун. Так, спаун. Также тут еще очень много всяких фишек. Мне очень понравился сервер. Я на нем буду играть, так что, ребят, заходите, играйте тоже. Это просто офигенный серф, красивый, классный. Ну, вот так вот. Это магазин и так далее. Ну вот такой вот серф, тут мои подписчики уже меня ждали. Это офигенно, когда просто тебя твои подписчики ждут на каком-то сервере, это просто круто. Ну окей, вот такой вот серф, IP-порт, данные, все данные будут в описании. IP-порт, группа ВКонтакте, а также донат-услуги. Ну все, с вами был я, Игрокодор, заходите, играйте, выживайте, находите друзей и так далее. Ну все, всем удачи, всем пока. А, стоп, подождите, тюрьма. Хорошо, давайте сейчас посмотрим тюрьму. Есть ли варпы? Так, город. Я не могу найти, не знаю. А где тюрьма? За мной пишет. Окей, пишет за мной, но я точно не знаю, где тюрьма, давай сходим. Так, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Беги! Так, а тут что? Ограбление банка? Ну я понял, да, тут тюрьма есть. То есть, если я сейчас ограблю, то я сяду в тюрьму. Вот, смотрите. Ух, блин, а. Смотрите, все, я не смогу выйти, блин, нет. Окей, вот такая вот тюрьма. Ну все, ребят, вот такой вот серф, классный, крутой. Заходите, играйте. Все, всем удачи, всем пока.